Так, номер, третий корпус, номер 205, второй этаж. Прихожая вот такая вот. Номер семейный. Диван, телевизор, тумбочка. Номер, наверное, четверых. Две кровати вот такие двухспальные большие. Номер без балкона, но здесь, по-моему, везде без балкона. Территория, красота. Коридор. Здесь, наверное, санузел. Посмотрим. Да. Туалет. Полотенчик, бумажка, входная дверь. Шкафчики. Так, а в тумбочке что? А, холодильника нет, получается. Холодильничка нету, тумбочка. Холодильника нет в номере. Потому что все включено. Холодильник, наверное, незачем. Так, вот обнаружил холодильник все-таки. Вот такой вот маленький есть. Так, санузел раздельный. Вот такая вот душевая кабина. Здесь он шампунь, мыло, шапочки для душа, полотенцесушитель. Горячий. В номере, конечно, жарко. Это очень большой плюс, что полотенцесушитель, а то были до этого в отеле. В бассейне накупаешься и сушить негде. Вот так вот. Вот такой вот хороший номер. Вот коридорчик, детская кроватка, кому надо, раскладушка. Холодильник общий стоит, у кого нет в номере. Балкон общий. Вот такой вот балкончик общий. Бассейн. Очень хороший заход. Джакузи. Детский бассейн. Горка. Везде протекают такие красивые, маленькие. Везде он текут. Очень красиво. Вот как-то так. Вот это наш корпус. Третий. Вот такие вот корпуса. Пять корпусов по три этажа. Вот такие вот общие балкончики. Там детская площадка, речка, прудики. Такой парк красивый в пансионате Союз Истра. Беседка. Сейчас посмотрим. Везде течет речка Малая Истра. Красивая. Так. Вон такая речка красивая. Там вон рыбалка платная. Бесплатная. Платить только за рыбу, если ее поймаешь. А так снасти, наживка, все дается бесплатно. Вот речка течет красивая, маленькая. Везде речка вот внизу протекает. Территория огромная.
красота, тепло. Сегодня 28 обещает. Везде лежаки загорать. Вон, там вон красная крыша, корпуса наши. 5 корпусов. Здесь и он новый построился. Наверное, запустит в этом году 6-й корпус. Большой. Такая красота. Площадка детская. Там вон кораблик, рыбалка. Лес. Центральная площадь пансионата. Вот там вот ресторан. Завтраки, обеды, ужины. И вот так вот вверх поднимаешься по этому переходику. И вот там вот ресторан большой. Вот такая площадь. Завтрак. Отеля. Так, вот, они на лошадях тут бесплатная. С утра в повозках катают. После обеда верхом детей. Дочка моя скачет на лошади. Это очередь. Ждали полчаса, наверное. 15:04 на часах. 30:06, 32 градуса температура. Сын садится. Маши ручкой. Маши ручкой. Тоже вот такие прудики в Союз Истра. Здесь карп, удочки даются бесплатно, наживка бесплатно, ловится где-то 95%, что поймаете. А там пруд с форелью. Дальше 6-й корпус новый строится. Сейчас сидим, ловим рыбу, только пришли. Природа, конечно, обалденная. Рыбку, что поймал, можно домой забрать. Также ее могут приготовить тебе. Можно вот в таких беседках на мангале пожарить. Так. Выню удочку. Тихо, тихо. Тяжелая зараза. Ужин. Ужин, шведский стол. Вот так вот. Спиртное все бесплатно. Мясцо. На шведском столе на обед, ужин 4 вида мясных блюд, там рыба или мясо, 4 вида гарнира, 4 вида супа, 4 вида салата, соки 4 вида, пирожные 4 вида, там огурчики всякие, помидорчики, салатики, овощные 4 вида и такие 4 вида, фрукты тоже вида 4 резаные, спиртного видов, наверное, 20-30 разного. Вот мясцо.
бильярдная, русский бильярд, американка, два стола. Внизу детская игровая комната. Бассейн.